Ребята, привет! Мы Италия и Наташа из Новосибирска. И сегодня мы вам покажем, как контрбалансы могут обогатить уже знакомые вам элементы. Мы возьмем простой элемент, который называется фронтальная волна с входом в камбре. Как он выглядит? Мы забираем партнершу на себя, уходим вместе с ней вниз и встаем от таза, в конце предлагаем ей камбре. Партнерша продолжает свой импульс и раскрывается наверх и назад. Теперь мы найдем контрбаланс между головой партнерши и тазом партнера. Они будут двигаться в разных направлениях в конце движения. Это будет таким образом. Начало точно такое же. Мы поднимаемся и в конце движения ловим вес партнерши и уводим таз назад, позволяя ей уйти вниз. То же самое подсчет. И маленько другой хват будет, чтобы партнерша могла добавить свой леди стайл. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Пользуйтесь, применяйте. Пока-пока.